16 марта на базе Сахалинского политехнического центра номер 5 села Горнозаводск в рамках 6-го регионального чемпионата WorldSkills прошел конкурс по новой компетенции «Веб-дизайн и разработка», в которой приняли участие учащиеся 8-11 классов школ города Южно-Сахалинска в категории «Юниор» и 5 студентов политехнического центра в категории «Взрослые». Естественно, это очень такое серьезное подспорье для будущего вуза выбора и, естественно, работы. Потому что задания WorldSkills составляются даже для юниоров, с очень сложными для действующих профессионалов, чтобы максимальный уровень задания был далек от предельных возможностей юниоров, чтобы можно было максимально детально чисто оценивать. В данной компетенции ребята должны были продемонстрировать свои способности в области технологий, включая веб-дизайн, верстку, программирование на стороне сервера и клиента. И несмотря на то, что конкурсанты за короткий срок выполняют задачи целых 5 должностей, но вместе с тем они в одном шаге от самой универсальной профессии фуллстэк-разработчика. Задача ребят нужно сверстать несколько страниц сайта авиакомпании, применить всю графику, а критерии оценки зависят на максимальном использовании, на частоте кода и на всех реализованных либо нет возможностях сайта. Нету каких-то прям определенных рамок, то есть нужно большинство именно из своей головы брать. Там, конечно, даются какие-то подсказки, чтобы примерно наметить тебя, но основную часть ты сам делаешь, и также нужно еще сам код построить правильно, чтобы сайт выглядел адекватно и им можно было удобно пользоваться. Для того, чтобы заработать как можно больше баллов, конкурсанты должны были выполнить техническое задание с полным описанием того, что заказчик хочет получить на сайте, и пакет готовой графики, которую можно было использовать. На данном этапе у них сейчас только самые начальные базовые навыки они показывают. Это верстка страницы и придумывание своего дизайна. Как эксперт со стороны, я могу сказать, что я пока доволен результатами. Как рассказала главный эксперт регионального чемпионата «Молодые профессионалы» Анна Соловьева, задания конкурсантов категории «Юниор» и «Взрослый» отличаются сложностью выполнения задания и количеством времени. У них одинаковые задания. Единственное, чем отличаются задания у юниоров, задания, пониженной сложности. У них менее сложное задание, но на одну и ту же тему. И, соответственно, времени им дается меньше. Первый модуль у них 6 часов на выполнение модуля дается, у юниоров 4 часа. Сфера веб-технологий очень широка, так как сейчас многие не могут представить свою жизнь без электронной коммерции, видеостриминга, социальных сетей и многое другое. Принимая участие в региональном чемпионате «Молодые профессионалы», студенты и конкурсанты Сахалинского политехнического центра номер 5 добавляют еще одну страницу в историю побед в WorldSkills, которая станет основой успешного продвижения вперед. Валерия Телешкан, Александр Стрельников, Невельские новости.